Доброе утро. Доброе утро от котиков Эрика и Ватсона. От Ватсона тоже доброе утро. Рюша, ты что вцепился в пакетик с моими носочками? Постирала? Может быть, запах порошка ему нравится? Не знаю, он прям в него вцепился, дерет, играется, как с игрушкой. Вот никогда не знаешь, что может стать игрушкой. У нас тоже опять сегодня прошел дождик. Вчера утром был дождь, потом солнце. Ночью опять дождь. Днем, может быть, солнце будет, не знаю. А ты, Ватсуша, что на полу? Залази к Эрику тоже на кровать. Все, вся кровать ваша теперь. Целый день вся кровать ваша. Ну, обязательно утренняя процедура. Поваляться, покусаться, поцеловаться и разбежаться. Что бы ты делал, Эрик, без Ватсона? Валялся бы бесконечно. Давай. Так лизнул ласково, братана. Ай, ничего себе, ты кусаешься. Я думаю, они больно кусаются. Все, ты что делаешь так больно, а? Я прям чувствую, как больно. Ну-ка, быстренько разошлись по местам. Все, давай, Ирюша, и ты уходи. Не надо, давайте жить дружно. Ну, пожалуйста, Ватик, а? Ну, что ты такой, а? Давай жить дружно.